Хорошо, начало путешествия объявляем открытым. Товарищи, вы на канале Бубу Шоу. Мы на своей лодке идем за приключениями далеко в тайгу. Чтобы показать реально дикие места. Погнали! Так, ну пока припарковались немного отдохнуть, кому кто в туалет, вещи поперекладывать. Вот, Дима, как всегда, у нас самый главный рыбак, сидит в телефоне. Вот такие вот виды у нас. Иртыш. А вон корабль, где проходит. Мы Бакин не видели. Оказывается, по той стороне. Виталя пошел пока немножко порыбалить. И чего он уже? Ну, прогулялся. Прогулялся, пока мы тут вещи раскладывали, в туалет ходили. Он уже нифига себе какую щукенцу. Не, это прям здоровая. Вобля работает. Давай весы, вот тут вот весы. Ладно, сейчас взвешаем, попробуем. Да я сейчас достану, сейчас подожди. Сейчас мы. Где же где-то, да, весы? Ветер сильный. Или ладно? Ты, я сейчас подойду, чтобы цель. Да нет, имеется в виду это. И что? Кило 700 ровно. Это, подожди, новый рекорд твой, что ли? Не, у меня кило 860 был все-таки рекорд. А, кило 860? Да. Ну! Не, ну большая прям, вообще круп. Вот те и вышли отдохнуть. Ладно, молодчик, молодчик. Хорошее начало, короче. Ее мы не потащим, скорее всего, вот так вот рыбой. Я тогда сейчас ее почищу. На филе раскидаю. Ну, в смысле, тушкой заберем. Мне кажется, живым весом нам еще идти долго, полчаса. Ну да. Мы ну давай, а я сейчас попробую, покидаю немножко. Аккуратно, не тяни дрониной так. Вована, первая щука Вованыча. Ух, хорошая какая. Подтяни только, ты не спиннингом прям, а рукой возьми эту плетню. Она сейчас устанет и на берег ее вытащишь, как бревнышко. Не, ты, ладно. Я не так имел в виду, ну ладно. Подожди. Ох ты ж. Все, она заглотила капитально. Вованыч, а ну-ка подними. Мне кажется, это почти двушка. Это почти, это какая-то гигант. Нет, ты не за плетню можешь порезаться. Возьми ее уже как надо. Вот это да. Не, возьми ее как надо. Хороша вообще. Это двушка. Это двушка, походу. Я рекорд поставил новый. Возьми ее за жабры уже. Ду-ду-ду-ду-дунь. Давай вот так я тебя прямо введу. Крутая, зубастая, смотри. А такие зубы. Здоровые. Да, зубы. Подожди-ка, не настраивается камера. О. Вот это зубы, так зубы. Ну все. Ну что хочешь сказать? Я раздуплился, наконец-то, по спиннингу. Что, двигаем дальше? Да можно тут половить немного. Ну смотри, экземпляры-то добрые. Ну да, пошли. Погнали. Ну что, раздуплились мы с Вованом по щуке. У Вовкина оказалось кило 960. Да, да, да. Так что он побил мой рекорд с первого, получается, с первой попытки. Но ничего, я не огорчаюсь. Говорит, новичкам везет, говорит. Ну ничего. Сейчас я его профессионализмом возьму. Видел? Молодец, давай. Ну ладно, пойдемте, давай, держи палочку. Вовка, пошли. Заберешь свою щукенцу, и то ловить мастак, а щук таскать не мастак.
Ой, осторожно, тут глубоковато. Давай. Для тебя глубоко, а для меня нет. Опа. Давай, садись. Рацию аккуратно. Ты щуку принес, да? Дим, не балуйся с рацией. Да. Ну конечно, мы же за городом. Поэтому я не хочу. Так. Да, это вообще мелюзга по сравнению с теми. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин. Я не знаю, Вовка. Сейчас давай придумать оба. Вот так. В садок. Я тоже думаю, что в садок. А в садок. Оп, очередная протока проезжаем. Да-да-да. Может быть, потом порыбачим на нее зайдем. Но сейчас надо двигаться к избе, покормить ребенка. Ребенок сзади отдыхает. Волна ужасно большая. Не, сейчас поменьше. Была, конечно, да. Была вообще, сейчас только что проезжали полметра, наверное. Ну, прыгали, как лягушки. Ну, лодка хорошо режет волну, поэтому идем довольно мягко. Едим вот такие вот обалденные самодельные шаурмешки. Хантейские шаурма. Да, ребенка хватило 10 минут, а Вовке борода в майонезе. Что, он сильный майонез? Угу. Мы в пустыне. Погода сегодня не очень, конечно, для рыбалки. Но, видите, как песок располагается? То есть здесь есть некие такие заливы. Щуки любят в них охотиться. Поэтому сейчас поедим. И попробуем проверить свою удачу. Есть! Вовка! Ух ты, кто-то прям попался. Хороший на этом песчаном берегу. Вованыч с подсаком торопится. Хороший кто-то, Вованыч. Хотя, может, я ошибаюсь. Ух ты, это окунь, что ли? Вова, это окунь. Вован, да это окунь. Ну, Вова, вот такой окунь. Ты видел таких окуней? Да давай вместе. Че ты пробежался? Что это? Вот это окунь. А ну подержи его-ка. Сейчас, погоди, у меня идут цифры, посмотри. Да. Сейчас, подержи, давай взвешиваем. Давай взвесим такого окуня. Давай. Опускай. Хотя так, 375 грамм. Держи. Ну для окуня, блин. Я думаю, возьмем. Фу, не, окунь-то хороший. Добрый. Они в соли обалденно вкусные. Так да? Что мне есть рецепт. Фу. Так, ну давай тогда здесь вместе половим. Давай вместе, да. Так, пока успеха у нас нету. Проверяем очередной берег. Но это оказался пустым. Пустынный, пустой берег. Да. Ладно. Ветер дует нам в спину. Вот если смотреть сейчас вот так вот прямо. Вот отсюда мысль, что если зайти за угол, то там ветра не будет. А там, где нет его, там и клев всегда есть. Ну, попробуем. Хоти
хотим зайти за угол, чтобы там не было ветра. Может быть, это изменит их клев. Потому что здесь вообще по нолям. Если там ничего нету, то мы идем назад к протокам полувысохшим для того, чтобы покидать на их выходах. Вот интересное место. Закоряжное, но интересное. И там протока. Вот тут и попробуем покидать. Пойдем пошире. Там же людей не было, но вроде никого не видно. А, нет, это не протока. Просто закуток. Но поверь, Вовка, даже закуток может быть. Потенциально. Ух ты! Дима, подай подсок! Нифига себе, ясь! На, сам! Давай. Держи, вот с этой стороны. Давай, давай! Дима, сядь, пожалуйста! Дима, бы лучше поможешь. Дима под саком будет сейчас. А ну-ка покажи! Вот это язище! Головенный-то какой! Это больше килограмма, ясь! Вов, спинку аккуратно! Встань лучше! Я это втяну. Ага, открыл лапку, да, правильно. Ой, это пофигу. Ты встань, Вов, встань лучше на ноги. Вот это да. Давай его на кукан через взвешивание. У тебя весы вон там. Ясь. Это мега ясь. Это просто мега ясь. Ты взвеши его, мне аж любопытно, сколько он весит. С первого заброса? Ну да. С первого. И главное, на рыбку посмотри какую, да? Ага. Ясь, на такую рыбку. Ясь. Голоднющий. Не похож он на голоднющего. Они же, блин, это, блин, от этого убрать тоже. Опасно. Кило 75. Кило 70. Ну да, там плюс-минус. Давай его на кукан и там этого окуня пододвинешь. Так, вот это здесь перепутано. Так, подожди, Дима. Где-то блесна же еще. Вот он, какой-то. Все. Что, вкусные были? Да. А что ты в лицо-то не вытер? Возьми салфетку и вытри лицо. Димуль, у тебя все лицо в сгущенке. Хорошая отрыжка. Как они там? Ну это Сея, там где они еще не знают, кто такой Шредл. И у них не было ни Кэсси Джонса, ни Эппил. Ну что ж, товарищи, вот такая у нас сегодня получилась рыбалка. Были хорошие щуки, Вовка успел поставить рекорд. Я свой не побил, но Вовка мой побил уж точно. Сейчас мы приехали в избу, будем ночевать. Если вообще округлить, то, конечно, вначале казалось, что прям мы наловим просто безумное количество. Но, увы, рыбалка такая штука непредсказуемая. Так что, кроме тех щук, у нас есть еще кое-что, сейчас покажем. Так, у нас еще хорошечно есть. И окунь. Окунь прям здоровый для окуней. Ну и на этом все. Ну ладно, главное, что в первую очередь сегодня у нас была не столько рыбалка, сколько встреча вот у меня с братаном, с Димкой, где мы покатались на лодке. Прям много, да, Иваныч? Да. Туда-туда, целый бак прокатали. Бак весь, ну выкатали аж. Накатались дальше, ближе, везде пробовали, везде ездили, вставали на мель. Ну все как положено. Короче, приключение удалось, да? Да. Ребенок все, спит. Все в болоте. Да, ребенок спит уже, все.
Его тут даже не видно в камуфляже, только сапоги. Поэтому, товарищи, остаемся с нами. Завтра мы поедем еще в одно место, порыбачим на надувной лодке. Ну а сегодня отдыхать, набираться сил для завтрашних приключений. Все, товарищи, всем пока!